уважаемые депутаты, 3 марта городской управление строительством заключило муниципальный контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по итогам аукциона. Подрядчик общества ограниченной ответственностью проект «Сервис». Цена настоящего контракта 86 736 000 рублей. На данный момент подрядчик «Финишме» работал, занимался разбивкой площадки под строительство. И если подробнее надо об этом, Юрий Владимирович может добавить. Да, хорошо. Уважаемые депутаты, тут, так как это начало работ, добавить тут особо много нечего. Осуществлена подрядчиком посадка здания на площадку. Проверили геодезические высоты. Вот. И, соответственно, сейчас на этой неделе идет мобилизация этой компании, проект «Сервис», для того, чтобы на следующей неделе приступить к работе, к земельным работам, установке ограждения строительной площадки, установке строительных бытовок, бытовки охраны и бытовки складской, да, подключение к коммуникациям, к электричеству. Мы сегодня были в электросети. В принципе, особо много добавить в данном случае пока нечего. Иванович, вопрос будет поточнее. Это будет там где-то напротив нового комбината детского, да? Детского сада. Это где? Не прямо напротив, а немножко правее. Ближе к Менделееву? Улица Менделеева? Нет, ближе к Щерсу. Ближе к Щерсу? Да. Это будет, если точнее, то напротив вот этого нового дома. Какой там? 14-й дом? 14-й? Да, 9-этажки. 9-этажки, да. И заслушать вопрос в июле. Нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Ну, а вы в рабочем порядке выйдете в апреле, да, в июле, мы вам поручим. Хорошо.